Башкортостан. Самая большая республика в России по численности населения. Она знаменита нефтяными месторождениями, природными ландшафтами, горными вершинами. Вы точно слышали о Салават-Юлаеве и башкирском меде. Башкортостан связывает европейскую часть России с Уралом и Сибирью. Он расположен на пересечении железнодорожных, воздушных, речных и автомобильных магистралей. Международный аэропорт Уфа – важнейший элемент транспортного коридора Запад-Восток и основное связующее звено между республикой и федеральным центром. Это современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Один из крупнейших аэропортов в Приволжском федеральном округе. На его долю приходится 30% пассажирских авиаперевозок в Поволжье. Входит в десятку ведущих аэропортов России. Аэропорт Уфа – первый региональный аэропорт страны, подтвердивший соответствие производственным стандартам ISAGA. В 2016 году аэропорт завоевал главные отраслевые награды и получил всероссийское признание. Звание «Аэропорт года» на авиационной премии «Крылья России-2016». Кроме того, уфимский аэропорт стал лучшим в стране по результатам премии «Воздушные ворота России». 4 звезды из 5 возможных по рейтингу «Авиапорт» за качество терминальной инфраструктуры и пассажирских сервисов. Рейсы из Уфы выполняют более 40 российских и международных авиакомпаний, в том числе представители 3 основных альянсов — «One World», «Star Alliance», «SkyTeam». Маршрутная сеть включает 70 международных и внутренних направлений. Среди них рейсы в 33 крупнейших города России. Пассажиропоток превышает 2 миллиона 300 тысяч человек в год. На общей площади терминалов в 30 тысяч квадратных метров расположены 25 стоек регистрации, 7 телескопических трапов, общественные пространства, зоны ожидания, кафе и магазины. Парковка комплекса способна разместить 1250 автомобилей. В июне 2014 года началась реконструкция аэродрома Уфа. Масштабные изменения проводились в условиях действующего аэропорта. Сегодня это один из лучших в стране аэродромов с обновленным и укрепленным покрытием, местами стоянок для воздушных судов разных типов и новым перроном для широкофюзеляжных самолетов. В 2016 году обновлено покрытие 2-й искусственной взлетно-посадочной полосы. Коэффициент несущей способности полосы увеличился в 1,5 раза. Это дает уфимскому аэропорту возможность принимать воздушные суда всех типов без ограничений по количеству взлетов-посадок и практически в любых погодных условиях. В 2015 году был реконструирован международный терминал. Теперь это современный высокотехнологичный комплекс с пропускной способностью 800 человек в час. Международный аэропорт Уфа.